Всем привет! Наша перепелета цвет у них красивый. Это вот вообще пепельный какой-то. Это пепельно-белый такой красивый цвет. Не знаю, камера передаст. Но красивые цвета у них вообще перепела. Это календос Лахклин. Это два белых техаса, а вот эти маленькие орликины, орликин-вахты. Петушков. У них будет посередине черная, грубо, это полоска, и по бокам будет вот такая вот, как она у них сейчас. Такая оранжевая. Оранжевая такая. Вот у него видно чуть-чуть, а вообще не полностью. Вот лазят перья черные, вот посередине. У него будет полоска такая черная. Полоска небольшая, черная. По бокам будет как фиолетовая, оранжевая такая, темно-оранжевый цвет. Ну, самочки они как натуральные такие вот. А петуха у них, петухи уже будут красивые. С окрасом. Наши сравчата. Только что им червя, нифига себе, как вы быстро съели его. Почти жменью червидал. Пока там показал этих вахтерей, они уже все съели. Вот они. Один уже побольше уже стали. Но окрас они получают почти в год. В год начала второго года. Вот такой вот окрас он получит только в полтора года. Если это будет петух, то у него... Ну, будем снимать потихоньку, будет все заметите. Ну, петуха, я смотрю, у него... Он вот... Надо его поймать, блин. На носу у него приклеилось там, что-то на ногах у него там катушки. Он... банан даешь, он ногами топчет, а потом ходит и наклеивается у него. Сейчас надо вот поймать его. Почистить ему это все. Наша эта, которую поклевали были, она уже оклемалась. Она уже пошустрее чуть-чуть. Ну-ка, сейчас тоже червей дал, она. Ой, дырки большие, она вылазит. Но она бегает уже хорошо. Уже чувствует себя хорошо. Уже совсем по-другому выглядит. То я думал, она не выживет. Мне так ее заклевали. Это у нас до сих пор еще здесь сидит. Одна. И самца бы хорошего. Червей уже почти все съели. Килограмм я заказывал. Там от килограмма осталось-то уже чуть-чуть. Своих еще не спускал, они там сверху. Ну вот посмотреть, что там. Скормить их. Но все равно надо будет еще килограмм-два заказать, наверное. Карелу наши бегают. Эти калифорнийская перепелка ложит яйца. Я уже два яйца собрал отсюда. Самочка ложит. Не знаю, как оплот будет. Посмотрим. Так. Этих малышей они чуть гоняют. Сейчас посмотрю, здесь есть яйца. Не, нету. Обычно она здесь ложит. Может, где-то другое место положила. Карелам надо будет делать гнезда. Поставить им туда опилок насыпать. Ну-ка. Воды навелить. Воду выпили. Ну тут у нас вроде все нормально. Четверо. Пока трое вижу. Тут тоже они. Я уже одно яйцо собрал. Правда начинает только оба еще. Не ложит хорошо. Не знаю, как оплот будет. Тут три самочки, один самец. Ну не кричи, не кричи, не кричи. Успокойся. Ну все четверо здесь. Сейчас вроде у нас потепление будет. Не кричи. Крикун. Так, я там
заказал гнезда курин. Сейчас покажу. Не знаю, правда, как будет. Но заказал вчера. Пришло. Вот. Вот такое гнездо заказал курям. Это мне что-то не нравится. Они сычья там засирают все. Вот такое им повесил. Ну еще. Только вчера повесил. Не знаю. Были они здесь, не были они здесь. О-о-о. Вот такую камушку заказал. Но это что-то мне не нравится. Тут это слишком много. Что-то не выгребает оттуда больше, чем... Нет, так не пойдет. Думал, будет это эффективнее, чем вот это вот, которое. Тут они тоже рассыпают. Тут постоянно вокруг. Я не знаю, как они залазят, но они выгребают оттуда, наверное, носом выгребают. Думал, это будет лучше. Не, это тоже не будет лучше. Значит, надо что-то придумать тоже другое. Раскачался ты, мой. Крикун. Эти вот голубки маленькие. Два уже вылетели. Сидят. Канарейки тут. Ну, все кушают сейчас. Утренняя кормежка. В том гнездо я ничего не смотрел, там что-то нет никого. Ну-ка загляну туда, что там. У нас там было два яичка. Вот где. А где там кто-то сидит, что ли? Что-то там. Это вот молодая наша, которая первую вылупили два. Вот она. Ну-ка сейчас гляну, что там есть. А вот тут. Так лежат два яичка. Вот что-то не тепло здесь. У него душа не теплая. Тут все балдеют. Вот еще один молодой. Это светлый, а темный вот это вот был, только что. Ну, вроде как самочка там что-то копает, что-то строит там, не знаю. Не смотрел туда. Червей ждут, смотрите, пришли. Стоят. Червей не любят сильно. Они прям через даешь, они прям вот подходят к рукам. Но иногда петух берет с рук, а она боится. Вот сейчас видно, это как раз, как она поблескивает. Вот видите, блеск. Это когда самочка с паровки готова. Вот так у нее блестит все. Все передние блестит. Вот. Когда свет на нее так попадает, она вот. И также петух блестит. Сейчас будем кормить. Тут у нас тоже сидит туда. Что там еще не смотрел. Сидят. Нам вот немножко здесь. И мне кажется, тут слишком много в этом отсеке. Надо что-то придумать, разделить их. Потому что тут и голуби такие, попугаи эти. И канарейки. Канарейки, наверное, пойдут командином. Сюда попробую. Я не знаю, будет хорошо, нехорошо. А вот мне кажется, если лучше командином, им там будет веселее, мне кажется. А этих попугаев оставить можно здесь. Одну пару с голубями туда посадить, вот в этот отсек. А этого попугая, который там летает, надо что-то придумать его. Он один, самочки нет у него. Ставлю пока тут еще не будет тепло. Пускай летают. Да? Вот они, голубки сидят наши. Сегодня вроде будет и холодно, так что с этим я не знаю, что делать, куда его определить. Вот это вот. Он один, самочки нет, он один самец, и он занимает один вольер один, а тут один вольер занимает несколько видов, поэтому немножко надо будет распределить, я думаю, отсюда пару сюда посадить, канарейк, наверное, сюда посадить, к этим амадинам, немножко разделить, чтобы не так сильно много было. Я боюсь, если я его посажу к этим карелам, он, наверное, карелам будет мешать. Тут карелы и певчие. Он им будет мешать, мне кажется. Он нагленький чуть-чуть. Попугай.
Ну, тебе надо что-то придумать. Или точно его сюда посадить? Я не знаю. Я еще в раздумьях. Но надо что-то делать, тут слишком много в этом барьере. И канарейки, и это. Канарейки, наверное, комодином посажу. Пускай там строят что-нибудь. Ну, павлин. Танцует. Танец горлицы. Блин, с тем списывался, которого вот хотел голубей еще взять. А они у него только самочки. Самцов у него нету, только по одной. Каждого вида по одной. А зачем мне одна? Если брать, то уже туда пару брать. Самое мало пару. Ну, наши наглые. Слоники наглые. Вот это переливается аж зеленым таким. Куда не выходить? Я тебя не выпускаю, за травой пошла. Потом выйдите. Сейчас нет. Ну, посмотрим сейчас, что. Что-нибудь придумать, разделить их немножко. Как и обещал, вот сейчас зашел, лежит яичко. Это вот от этих вот. Этих вот перепелок это. Калифорнийская перепелка. Вот это их яички. Вот такие яички они несут. Сейчас фокус. Вот такие вот яички. Они похожи на перепелиные, только чуть форма чуть по-другому. Аба. Также они. И раскраска другая. Это вот этих калифорнийской перепелки. Яичко. Сейчас положу тоже в брудмашину. Посмотрим. Уже третье яичко. 3 дня, 3 яичка. Очень шустрые. Пошел проверять гнездо. Угу. Нету там ничего. Сейчас возьму, сейчас еще побить. Еще... Лишь бы не побили. Сваливать. Ну, всем пока. Спасибо за просмотр. Вечерняя кормежка уже тоже прошла. Всем пока. Спасибо за просмотр.